И всем привет, сегодня Назар, и как говорится, Назар твой. Сегодня вы на канале, я Назар крутой. Сегодня я буду играть в Майнкрафт. То есть я сделал давно свой проект Гренни Майнкрафт. Вот, вы видите этот логотип Гренни. Ну что, давайте-ка запускать. Так, хочу надо начинать с первого раза. Видите этот дом уже? Пачка сюда выйти. А вот и менюшка. То есть меню. Тут есть играть и настройки. Функция настройки еще недоступна. Это реально. Я скоро сделаю. Но пока что можно эту карту скачать через одно приложение, но скоро. Можно. И, кстати, баллы сейчас 1-2 часа и уже вышло. Бета-весе. Ну что, давайте играть. Ну что ж, мы начинали. Беги из этого дома. Ну что ж, Гренни тут есть у нас. Пока что это свинья. Вот! Вот Гренни. Ну скоро будет ее модель. Как посел, мой джук. Тут еще есть. Вот это, как вы видите. Это комната мы были. А, здесь вот не были. А вот здесь вот скоро будет. Я тут не делаю. А вот этот уже второй этаж. Пошумел. Вы думаете, что здесь нет проводов из красных? Ошибаетесь. Есть. Я просто создал мод свой, чтобы не видно его. И тут команд блок. Смотрите. Ох! Да иду. Ну пока что это вот такой баг. Смотрите, да иду у нас. То есть день второй. Но все равно день второй. Это баг. Реально. Также мы можем выйти на улицу. И также тут есть соль. И плюс тут еще есть синий ключ. Вот. Тут еще вот такая вот локация. А тут есть выход. Ну, уже. Вот. Как это все выглядит, я сделаю. Выйти нельзя, здесь барьер. И, собственно, вот такой вот дом у меня получился. Также обновление вот такой вот душ у нас. Если вы не знаете, тогда скачайте. Вот это вот весь. Так, вот. 1.19.62.6. Дверь заблокирована, как мы знаем. Ну, кроме что тут еще. Все тут. Ну как все, тут еще можно увидеть вот это. Это Анджелина. Как вы знаете, Анджелина в 1.18, 1.8 в Гренни версии, в Гренни, там будет паук Анджелина. Если вы не видели, тогда вы можете посмотреть на моем канале. Так, все, мы насветили. Вот сколько команд я сделал для этого, это вообще не важно. А тут когда вы упадете. Ну да. Тут у нас Гренни. Тут вот так вот, Это просто командный блок. Это можно увидеть вот так вот. Ну это мы знаем, что можно вот так вот. А вот и снаружи. Как я показал, вот.
также три команды. Эта функция скоро будет, когда нападает Гренни на нас. А здесь будет скоро выбежено. Выучить сложно себе. Легко, нормально. Это скоро. Это будет копия вот такая вот. Легко. А нормально. Гренни теперь думает. Ну что ж, с вами был Назар. То есть вы были сегодня на канале Назар Крутой. И всем покидосики!